Если один из родителей выполняет боевую задачу в интересах государства, его сын, в твоем случае два сына, по отдельному приказу министра обороны могут быть зачислены на Нахимовское училище. Товарищ Нахимовцы, для дальнейшего обучения к нам поступили братья Логинова, Семен и Тимофей. Ваша задача — как можно быстрее влиться в коллектив. Мы сюда вообще-то не просились. Впитываем молодое и блатное пополнение. Чё ты сказал? Слушай, Маша, а ты чем в субботу занимаешься? Я ему сейчас руку оторву. Чё, девчонку вашу увёл? Это мы ещё посмотрим. Ревность — такое дело. Есть наводка на антиквар. Орден с нехилым бриллиантом. Потянет на пол ляма. Мы с вами начнём новое дело, а? Как орден достать? Вон там под стеклом орден. Было бы неплохо, если бы вы его взяли. Ты просишь нас украсть орден? Если вы хотите, чтобы я вернул вам вашу девчонку, то вы должны выполнить одну маленькую просьбу. Время пошло. Не можем же мы из училища орден забрать? Не только можем, но и должны. Я так и знал, что все этим закончится. За систематическое нарушение отчислить...